Дамы и господа, в Краснодаре становится все жарче, и Лига Open FC представляет вашему вниманию трехраундный бой в тяжелом весе! И первым в синий угол добро пожаловать, боец из Бразилии! Welcome to the blue corner from Brazil, Angelo Lampone! Красный угол, добро пожаловать, боец из России! Встречайте, Максим Колосов! В синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 27 лет. Рост 190 сантиметров, вес 108,5 килограммов. Профессиональный рекорд 5 побед. Только одно поражение при одной ничьей. Все победы одержаны досрочно. Ladies and gentlemen, he's 27 years old, standing 190 centimeters tall, official weight 108.5 kilos. His professional record 5 victories, only 1 defeat and one draw, always coming ahead of schedule. Дамы и господа, ladies and gentlemen, representing RT Champions, Rio de Janeiro, Brazil, here is Angelo Lampone! Его соперник в красном углу. Бойцу 29 лет. Рост 189 сантиметров. Вес 114,7 килограмма. Профессиональный рекорд 10 побед. 3 поражения при одной ничьей. 7 побед одержаны досрочно. Он представляет бойцовский клуб «Кузня» из Краснодара. Россия, приветствуйте Максим Колосов. Рефери поединка Максим Протасов. Я пытаюсь, я шатин. А на дистанцию я пытаюсь, я шатин.
NFC благодарит партнеров турнира. Генеральный партнер Gorilla Energy. Один из генеральных спонсоров OpenFC – группа компаний Matrix Development. Активно поддерживает спорт в Краснодарском крае и выступает за здоровый образ жизни. Благодарим также за поддержку бойцовский клуб «Кузня». Наш специальный гость, чемпион мира по версии WBO, боксер-профессионал по прозвищу Сибирский Рокки, Руслан Проводников. Остановки боя. Минута и 11 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 1:11 of round number 2. Техническим нокаутом добивание победы одержал Максим Колосов. И аплодисменты нашему гостю из Бразилии Анджело Ломбани. И памятное фото. Максим, вам слово. Точно. Может быть, несколько слов, потому что публика ждет. Вы знаете, это тяжелый вес, и действительно, Максим устал, но я думаю, что пару слов у него все-таки найдется. Просто поблагодарите зрителей, которые так горячо за вас болели. Вот у нас камера, Максим. Всем привет. Бой был тяжелый. Фух, ну мы выиграли. Всем спасибо, кто пришел поддержать, кто поддерживает. Фух, только кузня, только победа. Вот так вот, из последних сил, Максим Колосов!